в рамках демонетизации. Впервые в Азии блокчейн-технология будет использована для защиты базы данных от кибератак в Индии. Глава штата Андхра-Прадеш Нара Чандрабабу Найду планирует полностью изъять наличные из оборота штата для предотвращения махинаций. Как сообщает CoinIdle.com, финтек Воли Вишакхапатнам и IBM проведут семинар-тренинг для полицейских штата Андхра-Прадеш, чтобы на базе новейших технологий подготовить специалистов для предотвращения киберпреступности.